Здорово, это Брил. Это экстренный видос, где я сообщу всю информацию, которая есть на данный момент о новом обновлении. Не буду долго тянуть, ты и сам и так знаешь, что нужно поставить лайк и подписаться, а мы начинаем. Все началось с того, что в официальном твиттере разработчика вышел вот такой пост, который переводится как «Что вы делаете в эту среду?». А обнова в CSGO обычно выходит как раз на ночь со вторника на среду. Также они сменили АУ в твиттере на вот такую кроваво-красную. Далее в группе ВК Орел Стелс слили скрин, где отчетливо видно, что один из разработчиков играет на какой-то карте с выживанием. Об этом свидетельствует название сервера Official Survival Blacksite. Лично у меня есть предположение насчет того, чтобы игру добавят батл рояль по типу PUBG. Также обнова будет, видимо, действительно важная, ведь уже была инфа, что на турнире ESL Pro League уже стоит новая версия CSGO, чтобы турнир не прерывался после выхода обновы. Такого раньше разработчики никогда не делали. Видимо, нас ждет действительно что-то грандиозное. Еще на англоязычном сайте Reddit в разделе с CSGO один из пользователей предложил, что будет также добавлено новогоднее оформление, а вдобавок сделал вот такую гифку, на которой видно, что силуэт на аватарке в твиттере разработчиков CSGO очень похож на Санту. Еще есть предчувствие, что выйдет новая операция, а к ней как раз таки и будет добавлен новый режим. Похожая ситуация была с напарниками. Как выйдет обновление, я сразу же запишу полный его разбор, так что не забудь подписаться. А на это все. Пока.